Петербург, приветствуйте Фарух Чемпион Узбекистана по рукопашному бою и кикбоксингу. Чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо. И победитель Кубка Северо-Запада по боевому самбо. Представляющий клуб Action Force Санкт-Петербург. Фарух Бабатвиев. Его соперник красному углу. Бойцу 23 года, рост 185 сантиметров, вес 102 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 3 боя, 2 победы при одном поражении. Мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Чемпион Европы по боевому самбо 2013 из Нижнего Новгорода Максим Футин! Ради боя Виктор Корнеев. Слава пожалуйста. Нижний Новгород. Парни, слушаем внимательно. Работаем 2 раунда по 5 минут. Головой не бьем. По затылку, позвоночнику не бьем. Локтем бьем только в корпус. В партере коленом и ногой работаем только в корпус. Перчатки, шорты, канаты не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки, положись в руку.
Да, серьезно. Тоже чемпион по грэплингу. Че? Узбек же чемпион по грэплингу. По грэплингу. Дамы и господа, время остановки боя 3 минуты и 51 секунда первого раунда. Техническим нокаутом Амедова держал Максим Фурзин из Ленинграда. И, конечно же, аплодисменты его сопернику Фаруху Мамадиеву.